Всем добрый день, мои хорошие. Вот мы собрались за ягодами на ярмарку. И с Мартика оставляем дома. Закрыли его в клетке. Приедем, посмотрим, как он здесь у нас будет себя чувствовать. Отодвинем его от стенки, чтобы он стенку у нас не царапал. Смарт, ждать. Да, ждать. Сейчас дверь открою в комнату. Все у нас открыто здесь. Все, Смарт, ждать. Мы в магазин. Ждать. Поспи пока. Пока нас не будет, и поспи. Договорились? Все, мы хорошие. До встречи. Кур очень много. А в какую цену арбузы ваши? 26? Ну, спасибо. Арбузы 26 рублей. По 30 килограмм. По 30 килограмм? Да. А что это с ним? Второй сорт. А, второй сорт, поэтому они 30 рублей стоят? Да, 30. Угу. А тыква в какую цену? Тыква по 90. 90? Да. А кукуруза? Кукуруза еще не знаю. А перец какой? Перец 85. 85. Ну, еще, конечно, дороговат перец. 85. Ну, спасибо. Картошку здесь продают. А картошку в какую цену у вас? 25. 25? А мелкая? Вот это? 22. Ну, дождик начался. Приезжайте на базу, здесь все гораздо дешевле. А малина какой цены? 200. А смородина? А смородина в какую цену? Тоже 200. А здесь сколько, килограмм? По килограмму, что малина. Да. Вишни это. А, ну и черешни, и вишни. А вишни в какую цену? Вишни 100 рублей. 100 рублей? Вот, пожалуйста, сели по лесу. Угу. А черешни? 160 есть, 120 есть. Ну, ну, черешня свежая. Видишь, зеленые хвостики свежие. А помидоры в какую цену? Это вот такие. 90 рублей. 90. Черешня сколько еще? 160, что ли? 160, да, сказали? Да, не угадали. 180? Да, хороший черешня. А кабачки? 40. Сколько стоит? 40? Да, килограмм. А чего у тебя черешня? Черешня 180, здесь 150 есть. С погодой нам сегодня не повезло. Пошел дождик. И некомфортно ходить здесь. Лужа, грязь. Огурцы почем? Вот это 65, а это 90, это 65. 130. Это в какой цен? 130? Ну видишь, веточки уже такие. Нормально. Самому ездит. А вишня почем? Почем она? А вишни почем? Вишни по 100 рублей. А помидоры? Помидоры по 80 грошов. По 80? Да. Вот эти огурцы для засолки. Просто отличный сорт. Огурцы стоят здесь 50 рублей. Я такие солю, прям они хрустящие. Очень хорошие. Мелкие пупырышки здесь. Для засолки прям самое то. Почему он так низко летит? Клубник 180. Откуда она? Беларусь. А малина 150, да, вы сказали? Малинка по 150 рублей килограмм.
Клубника 180. Ну, давай попробуем. Вкусная. После черешни, конечно, кисловато будет. Блин, 150. Нормально? Конечно. Цена, да, очень хорошая. Вкусная. Вот выбрали мы черешню. Вот такую берем по 140 рублей. Ну что, вот мы приехали. Да, выпускаем тебя, молодец, не написал, молодец, ты спал, мой хороший, да, мой мальчик, выпускаем. Вот купили малину, черешню. Пойдем гулять, Смарт, пошли гулять, пойдем гулять. Да, дождался наш мальчик, дождался наш хороший, да. Смарт, пойдем гулять, Смарт, пойдем погуляем, Даня, знаешь, не обязательно. Ага, там дождик начался. Да. Пошли. Да, гулять. Потом будешь кушать. Пойдем. Пойдем гулять. Беги гулять. Смотри, пойдем. Зови его.